Друзья, всем привет! С вами магазин «Горные вершины». Меня зовут Андрей. И сегодня мы попробуем разобраться, как же правильно подобрать ростовку лыж в зависимости от их типа и уровня вашей подготовки. Казалось бы, все с одной стороны просто, но с другой стороны есть определенные нюансы, о которых я вам сегодня расскажу. На самом деле мы всегда даем рекомендации, на какой рост данная ростовка лыж будет оптимальна. Всегда можно найти некие отклонения, которые помогут вам наиболее точно подобрать ростовку, которая позволит вам получить максимальное удовольствие от использования вашего инвентаря. Начнем с такой категории лыж, как трассовые лыжи. В данном случае это трассовые лыжи со средним радиусом. Для меня это будет отличный вариант, потому что это лыжа уровня эксперт, а, в общем-то, примерно соответствует моему уровню катания. Такого класса лыжи подбирается по формуле минус 5, минус 12 сантиметров от роста лыжника. Соответственно, если вес у вас небольшой, такой как у меня, то можно выбирать на 12 сантиметров короче. В данном случае это 175-я ростовка, мой рост 1,85 м, мне будет отлично она подходить. Ну, если вес у вас большой, то берите их сантиметров на 5 короче, чем ваш рост. Трассовые лыжи с большим радиусом. Такого класса лыжи подбираются выше роста, примерно на 5, либо даже, может быть, на 10 сантиметров. Опять-таки, в зависимости от вашего веса. Если вес небольшой, чуть берем короче. Если вес большой, то берем длиннее. В данном конкретном случае эта лыжа для меня немножко коротковата. Здесь 182-я ростовка. У меня рост 1,85 м, как я уже говорил. Поэтому я бы себе брал ростовку 1,88 м, либо даже 1,90 м. Говоря о трассовых лыжах, нельзя не затронуть такой класс лыж, как трассовые лыжи с малым радиусом. Они существуют для различного уровня подготовки, как начинающего, так и для эксперта. Лыжи такого класса подбираются на 13 или даже на 20 сантиметров короче вашего роста, чтобы вы могли кататься короткими резанными дугами на небольшом склоне или на слаломной трассе и получать максимальное удовольствие от карвинга от коротких резанных дуг. Это лыжа 165-й ростовки. И мне с моим ростом 1,85 м она отлично подходит. Далее, если мы выбираем себе универсальные лыжи для подготовленного для разбитого склона, ну их еще называют трассовые универсалы, то в данном случае есть смысл лыжи выбирать по формуле рост минус 5, либо минус 10 сантиметров. Опять-таки, в зависимости от вашего веса. Если вес большой, можно брать лыжу даже в рост, либо минус 5. Если вес маленький, где-то минус 10 от роста. Также при выборе такой лыжи следует учитывать наличие и отсутствие у них рокера, а также его размер. Лыжи с большим длинным рокером есть смысл брать длиннее. Если рокер у лыж небольшой, то можно их брать немножко короче. Далее мы переходим к такому классу лыж, как внетрассовые универсалы. Собственно, это лыжи, которые предназначены для катания как по трассам, так и за их пределами. Такого класса лыжи лучше всего выбирать длиной около своего роста. То есть, если у меня рост 1,85 м, я буду примерно брать 185-ю ростовку. Опять же, можно от этой формулы немного отступить. Если вы легкий, то можно взять на 5 сантиметров короче. Если вес у вас большой, можно взять на 5, может быть, даже на 10 сантиметров длиннее. Опять-таки, нужно учитывать свои предпочтения в катании. Если вам нравятся длинные, широкие дуги, то есть смысл брать лыжи длиннее. Если вам больше нравится маневренность, короткие дуги, какой-то карвинг, логичнее выбрать лыжи немножко короче, ну, на 5 сантиметров меньше роста. Далее мы переходим к теме фрирайдных лыж. Фрирайдные лыжи предназначены для катания вне трасс, по глубокому и не очень снегу, бывают разной ширины, но формула подбора ростовки в целом примерно похожа. Такие лыжи берутся либо в рост, либо на 10 сантиметров выше роста. Относительно веса лыжника к фрирайдным лыжам тоже можно применить формулу: если большой вес, то лыжа длиннее сантиметров на 5, если вес небольшой, то лыжа будет покороче сантиметров на 5. И опять-таки, учитывая ваше предпочтение в катании, можно варьировать с ростовкой лыж. Если любите больше маневренность катания в лесу, берите лыжи сантиметров на 5 короче. Если любите дать прямого, большие поля, берите лыжи длинные. Длинная лыжа будет стабильна на высоких скоростях. Почему такие лыжи подбираются именно так? За счет того, что у них большой рокер, как передний, так и задний, у них небольшая контактная длина канта, и это компенсируется как раз-таки большой ростовкой. Что еще хотелось бы добавить? На нашем сайте под каждой моделью лыж, возле каждой ростовки, вы сможете найти рекомендацию,
на какой рост та или иная ростовка подходит наилучшим образом. Ну и если у вас остались какие-то вопросы, вы всегда можете обратиться к нам в магазин, мы вам поможем, подскажем. Ну и не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки. Меня зовут Андрей, с вами был магазин «Горные вершины». Всем пока!